Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Tower Conquest. Так, ежедневные испытания. Давай-ка посмотрим. Ну что я тебе скажу, разыгрывается у нас тыквоголовый. А тыквоголовый, как ты знаешь, у меня полностью прокачанный, поэтому нет смысла мне идти туда. А вот тренировку, пожалуй, я посещу и заберу свой отряд. При этом, при всем, я отправлю заново его тренироваться. Как-то так. На арене 15 толкателей плюс тигр, прыгун, фехтовальщик и немножко монет. Ладно, пойдем в бой. Ох ты, высшая награда, ребята, термин 9000. Вот это уже хорошо, вот это уже замечательно. Выбираем вот этот отряд. Подожди, нет, вот этот. Ну да. И, блин, зачем я этот-то взял? Ой, ребята, мы же всегда с вами берем самый первый отряд. Самый первый, нафига я взял вот этот вот? Один из лучших отрядов, а? Ну вот объясни мне. Не знаю, лопухнулся, как всегда. Ну что же, ладно, халявная победа. Против этого не поспоришь. Так, квест еще выполнили. Здесь заберем и... А тут нам немножко не хватает, уничтожить 225 врагов. По-моему, изи будет. Ну что, давай смотреть, где мы остановились. А остановились мы на территории роботов. Блин, нам не хватает немножко до следующего портала. Я вот думаю, какой бы нам взять сюда отряд. Тут все-таки и толкатель... Ой, толкатель, этот... Молотильщик плюс физкультурник. И еще, ко всему прочему, здесь у нас хилбот. Интересно, девки пляшут. Ну, давай попробуем этим отрядом. Честно говоря, не особо я уверен, что здесь что-то у нас может получиться. Да. Но если, например, я вызову Джиггернаута... Я знаю, что этот будет его хилять. Само собой разумеющееся. Попробуем в помощь ему взять ниндзю. Еще сделать вот так вот. По идее, должно сработать. А если клеточку? Что на это скажете, сосунки? Все? Приплыли, ребятулечки, да? На то и был расчет. Ну давай, давай, давай. Так, сейчас этого размажем. Тут еще и ураганчик у нас. Вообще замечательно. Так, вызываю фехтовальщика. Да, победа, ребят, здесь за нами, потому что, ну, мы его хорошо тут пережучили. Две ниндзи, но если бы он вызвал молотильщика, и у него сработала бы предсмертная его фигня, когда он выпускает пилу, то было бы нам не очень хорошо. Здесь я возьму, наверное, топовый отряд, потому что термин 9000, с ним лучше не шутить. Его лучше сразу, ребята, к ногтю. Не давать ему раздухариться здесь. Ну что, выпускаем нашего Ронина. Нормально, пошел, 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 пошел. Ай, твою-то налево. Ну как же так-то, а? Просто все мне обломали, а. А че этот? Ты видел, как тупанул хилбот? Или он не успел захилять? Или я не знаю, что случилось? Смотри, 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 что происходит. На, не понял. А кто... Что-то я не врубился, он вроде бы замахнулся. Но не Джиггернаута он уничтожил, а кого-то другого. Кто-то успел выйти в этот момент, по ходу дела. В общем, ребята, мы здесь прошли. Забираем наши награды. Это сундук робота. И вот такие вот награды в нем находились. Плюс у нас следующий портал. Друидка, нифига, 15 карточек. Это хорошо, ребят. Ну что, погнали. Свеженький, новенький портал. Нас встречает территория нежитей. Потом долина подданных. Опять же, территория захватчиков. Терракоши, как же без них. И, соответственно, роботы. То есть, все абсолютно разные, да, территории. Но мне это нравится. Мне это больше всего нравится, когда и все территории разные, ребят. Ну что, у него здесь зомби, да, будут? У него будут здесь зомби, значит, нам придется...
А может быть я успею? Я успею, ребят. Ё-моё, тыквоголовый, срочно, срочно тыквоголового вызывай. Ну? Может быть так нам это все-таки... Давай, 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 есть. Вот это я понимаю, вот это хорошо. Бамс. Да, ребята, лучше и быть не могло. Все, тут побед за нами. Квест завершен. Разрушитель. Это, видимо, мы уничтожили 225 врагов, да? Все, проще пальной репы. Ну-ка, да, 225 врагов. Забрали награды и продвигаемся дальше. Второй этап. Здесь нас поджидает чумная мышь. Ну, слушай, паладин, он, в принципе, ребят, неплох. Против чумнухи. Он довольно крепкий у нас. Бьет наземные и воздушные цели. Вообще он универсальный. И по броне, и по всему. Так, нам главное успеть. И не только это нам нужно успеть, а нам нужно успеть еще тыквоголового, ребят, призвать. В принципе, и все. Так, а если мы вот таким вот образом? Ну что это за... За лагутики тут еще у нас появляются. Все, да? Блин, бедный паладиныч. Не устоял маленечко. Совсем капельку. О, некро, ты попала. Попала по полной программе. Вот что я тебе скажу. А дальше все. Дальше мы просто-напросто запинываем ему базу. И победа. Всадник на журавле еще врубил на себя пассивный отхил. Ну что, третий этап. Здесь, ну, зомби, камикадзе. Его очень, ребят, хорошо контрит тыквоголовый. Кстати, знаешь, что я вспомнил? Я не могу понять, а где у нас, в каком отряде баллиста? Почему у меня ее нету? Один из топовых бойцов, и он отсутствует. Как это так? Он, его ни в одном отряде нет у меня. Да, неприятно, конечно, в этой жиже стоять. Я согласен, тыквоголовый, но офиг сделать. Всех колобков за раз уничтожает у нас всадник на журавле. Вот это вот неприятно, конечно. Да иди ты, некро, знаешь куда, а? Вечно лезет, когда ее не просят. Так, хорош. Давай сделаем таким вот образом. Забомбашили. Ну что, у нас следующий этап. Это уже четвертый. Блин, я ненавижу вот этого привидения, блин. Каспер, дружелюбное привидение. Вот он, кстати, вот они. Призраки тут орут. Вот он его выпустил. Сейчас начнет мне тут мозг выносить. Да ладно, а что сразу чумнуху-то вызываешь? Ладно, мы сделаем тогда немножко по-другому. Палыч плюс тыквоголовый. Некро, это сюда подтяни. Давай, 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 наяривай. Надо еще одного паладина туда вызывать. Еще одного паладина и тыквоголового. Угу, пробили. И завершающий удар. Все, ребята, по красоте. Лучше, как говорится, и быть не могло. Ну, а мы двигаемся к последнему этапу.
Ребята, такие тучи у нас, мне кажется, сейчас ливень бомбанет. Вчера всю ночь ливень шел, и сегодня, по-моему, будет ливень. Так, значит, здесь у нас жнец. А у меня друидка. Нет, наверное, все-таки давай-ка не будем рисковать. Я не то чтобы сомневаюсь в друидке, просто сомневаюсь в своем отряде. Вот этот отряд 100% победит жнеца. Блин, бесявый призрак. Призрак получил отравление. Эх, не дошел, не дошел чуть-чуть. Знаешь, такое ощущение, что как будто сейчас выйдет жнец. Нет, не успел. Но мне кажется, если бы чуть-чуть бы подзадержаться, он бы уже выполз. Причем такая вот картинка складывалась у меня. Ну что, сундук нежити наш. И тут мы получаем прыгуна, замок, ну и, как всегда, немножко денег. Ну что, ребят, долина подданных. Так, подожди. Ну, поехали. Доиграем, так сказать, ему энергию всю. Квест завершен, это тактика у нас. Это у нас квест-тактик. Так, выходит у нас черный рыцарь плюс фехтовальщик. Блин, они же сейчас вдвоем начнут тут так лупашить. Ай-яй-яй. Давай, всадник, выручай. Угу. Оглушили теперь мы. Я еще так уголового сюда позову, чтоб знал свое место. Паршивец эдакий. Ну, в принципе, можно сказать, что победа здесь уже за нами. Фехтовальщик попадает под удар, под масуху, да? И еще одного всадничка позовем. Ну и, в принципе, все. Дальше просто разносим замок всякими способами. Так, у нас еще энергия тут. До свидания. Уничтожили тотально, глобально. Квест. Ага. Проведите игры с отрядом S 5 раз. Сделали. Второй этап. А, у нас на этом отряде все, энергия закончилась, да? Но зато есть тут энергия. Тут ее очень даже много. Единственное, что дорогой отряд, конечно. Джиггернаут один стоит 250. А если я, например, ниндзю позову? Она успеет фехтовальщика заводить? По идее, должна, да. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Нормально. Очень хорошо, ребят. Прям вообще топово. И ползун, как говорится, да, помог. Сделал свое доброе дело, уничтожил противников. Замечательно. Ну что же, а мы тогда продвигаемся дальше. И у нас будет третий этап. На третьем этапе нас поджидает лучница. Ничего, в принципе, сложного нету. Лучница и лучница. Она очень мягкая, поэтому ее может даже ползун завалить. Но она не будет спереди идти. Она всегда позади у нас. Давай-давай-давай, фехтовальщик этого. Он еще и оглушил. А это подожгла моего джиггернаута. Ты посмотри, а. Заморозка. Интересно, а кто бы мог выиграть? Фехтовальщик или черный рыцарь?
Ну, если Черный Рыцарь, например, бы загнал бы в стан моего товарища, то, конечно, выиграл бы он. Потому что там сколько там, 2-3 секунды стоя просто стоять и любоваться, как тебе бомбят, тоже такое себе удовольствие. Ага, бродяга. Бродяга, друзья мои, собственной персоной, по-моему, сейчас он будет меня тут доколупывать. Но у нас есть ползун. Да я, наверное, Джиггернаута смогу призвать. Успею даже призвать. Вот так вот сделаем. Так, но не забывайте, что он опять же любитель. Втихаря его призывать. Но тут мы его, опа, и подловили. Потом так вот, хоп, в клеточку их всех. И начинаем потихонечку опять же уничтожать вражеский замок. Да. Бродяга пошел-пошел и не дошел. Так, напротив ниц и откупорился. Ну что, у нас тут последний этап. Так быстро мы проходим. Тут король. Я думаю, ребята, я не буду ничего менять. Не буду брать топовый отряд. И так справимся. Король. Он в Африке король. Слушай, а что я сделал-то? У нас нет летающих юнитов. Вот это да, вот это я закосипорил. Вот это я чуданул. Да. Ладно, давай попробуем сейчас, знаешь, что сделать? Жнеца сразу позвать. Вот прям с лету. И все это дело прикрыть ниндзей. Плюс фехтовальщик. Ну и все в таком темпе. Ну, ты знаешь, в принципе, даже неплохо. Вот только что. Ага. Бродяга, бродяга, ребята, вот единственное, что напрягает. Фига ты. А вот, ребята, и король появился. Я клетку бросил. Все, по-моему, да? Крышка королю. Крышка королю, друзья мои. И победа за нами. Так, давай ко мне сундук, пожалуйста. Я хочу глянуть, что вы там мне подсунули. Ну а тут у нас крестьянин, 9 самоцветов и 13 копейщиц. Переходим на территорию захватчиков. Блин, бородавочник. И ползун. Он же сейчас будет ползуном, да? Юзаться. Так, а нам нужно с тобой, знаешь, что сделать? Попробовать вызвать голема. И сразу же, ребят, голема на подстраховку брать через молотильщика. Ауч. Да ладно, ты серьезно, блин? БФГ, выручай. Блин, тот псих вот сейчас начнет тут лупашить. О! Сейчас, кстати, у нас очень хорошо получилось. Давай, БФГ, наяривай. Второй раз этот ползун получает от БФГ и прямой удар лучом. Да все, шансов нет у него тут на какую-то победу. Просто нахлобучиваем. Две БФГшки сзади, это, конечно, сила. Они не дают противнику ничего сделать. А если у него выпадает луч вот этот на весь экран, то там вообще все падают, рассыпаются в одночасье. Ну, поехали. Ну что, та же самая тактика, да? Вызываем голема. Так, он, наверное, сейчас... Ага, бородавчик вышел, но, ребят, как видите... Блин, паршивец, а? Я попробую так сделать. Ой-ой-ой, перекачка что-то плоховато сработала, ребят.
Давай БФГшку возьмем тогда. Ну че, все, лопушок? Да, ребят. Да какой там твой разбег? Твой разбег тебе уже не поможет. Слишком поздно, как говорится, махать культяпками, когда уже твой замок разрушен. Ну что, третий этап у нас тут. Воблер. Тут прибавляется воблер. Но опять же, ребят, ничего страшного нету. Воблер — это не приговор. Его очень хорошо, кстати, служитель тьмы наказывает. Во-первых, издалека. Во-вторых, он сам по себе воблер, ватник. И достаточно, ну, по-моему, двух взмахов, чтобы он просто распластался. А я, знаешь, что сейчас сделал? Я вызову деда. Наверное, у меня получится сразу же его вызвать. Если мы еще вот так вот сделаем. Квест завершен. Алчность. На тебе. Хорошо тогда. Приговорили. Но тут уж извиняйте. Кто на что, как говорится, учился. Все, и здесь победа тоже за нами. Алчность, соберите 50 бонусов. Ну что, предпоследний этап. Здесь жаба с молотом. Прибавляется просто жаба с молотом. Ну да, такой довольно крепкий. Ой-ой-ой-ой-ой. Довольно крепкий юнит. Ну давай против голема его выставим. И сверху еще. Вот это, конечно, было паршивенькое. Сейчас мы сейчас все сделаем. Ну, заколебали, если честно. Заморозил, такой довольный там стоит, а? Посмотри на него. Нет, 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 нет. Да, размозжил все-таки. Хорош, сквозным лучом пробили. Так, и заморозка. Ну, выйдет вражина какой-нибудь. Сразу его в заморозку кинули. А он еще прыгает. Три БФГ. Тут вариантов у них вообще, ребята, нету. Я помню, меня тоже как-то вот так вот БФГшками одними забомбили. Я ничего не мог сделать. Я пока этого танка бомбил, просто БФГшки каждый по выстрелу делает. Все, минус. Это, конечно, бесполезно драться с ними. Так, ну что, где у нас энергия? Энергия здесь только лишь осталась, и у нас служитель. Ой, служитель, смотритель, конечно, какой служитель? Служитель тьмы — это совсем другая песня, а это смотритель. Значит, вот так вот ты, да, выпендриваешься. Хорошо, я на тебя найду управу, это будет у меня рыцарь-маг. И Ронин. Просто такая непобедимая двоечка. Вот воблер, то что да, издалека будет бомбашить, это неприятно. Да, только запускать его сразу же лучами пробило. Этот ничего не успел даже сделать. Хотел побежать, бородавочник, но не тут-то было, мы его сразу срубили. Так, ну что, мы прошли с тобой территорию захватчиков. И у нас, по-моему, нефритовая долина. Твою налево, Ронин, блин. Блин, Ронин и всадник на журавле. Ну как так-то?
Давай вот так вот сделаем. А у него сейчас выйдет, наверное, в истерике, да? Да ну в плане ты. Ну вот, ребята, и проиграли. Вот и проиграли мы. Лишь из-за того, что нифига мы не успели. Переигрывать, что ли? Но мне кажется... Да не надо мне туда уже сразу перекидывать. Я не знаю, как тут сделать поэффективнее. Может быть, конечно, надо было вызывать. Вообще лучше, лучше. Воу-воу-воу-воу, все, ребят. Все, вот тебе и лучше. Я и забыл, что он этот может выйти-то в истерике. Хотел накопить на мага, но нифига не получилось. Идиотизм, конечно. Просто идиотизм. Да. Дорогие юниты здесь, поэтому я ничего не успел сделать. Ну что, дорогие друзья, на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.